Потерпи, горе луковое. Женихаться вздумал. Федор-то постарше тебя. За него Катерину и отдадут. Я в отметелю! Тебя уж полдеревни отметелила. Староста мне ж про тебя выговаривал. Ох, Василий Божий, помоги. Боюсь, как бы чего не вышло. Эх ты. Ну и что за дурень их сюда притащил? Чтоб тебе пусто было! Чего орать-то? Взял бы лучше, да помог. Ну что, подсоби, что ли? Давай. И... ух! А что это будет-то, дядь? Капличку строю. Здесь когда-то родник был. Потом зарос. Грязью его занесло. А я его расчистил. Теперь бревнышками выложу. Крышу грибом накрою. Красота. Тебя как звать-то? Петром. А по отцу? Петрович я. А ну, бей гвоздь. Зачем? Давай, бей. Теперь второй. Зачем? Бранные слова говорил. Теперь вбивай. Хорошо. А теперь еще один. Ну а это зачем? Гневаешься, дерешься, ругаешься. Бей еще. Ну вы, дядя, и придумали. Мне фингал, мне еще и гвоздь забивай. Смотри, сегодня за день всего 3 гвоздя. С меня скоро в деревне все смеяться будут. Чего смеяться-то? Никодим говорит, лучше бы ты эти гвозди домой таскал. А кто такой Никодим? Отец твой? Да нет, отчим. Отец пропал, мне и года не было. Ну а мать? А мать, что тебе про отца-то рассказывала? Да что рассказывала? Она его ждала, ждала. Он уже, может, помер где. Потом Никодим посватался. Ну и пошла за него. Они когда в церкви венчались, я его все пихал.
Чего ж ты выпихал-то? Не знаю. Ну так, аккуратно. Хорошо, хорошо, так. Вот смотри пальцы. Ну что, молодцы мы с тобой, а? Молодца? Скажи, Петь, а что плотник твой? Что сказывал о себе? Откуда пришел? Как назвался? Петром, как я. Человек он хороший, добрый. Мастер складный. Василищем? Мне молоток нужен, можно я возьму? А что, Плотницкий разбил, да? Ну надо. Гвозди переводишь. Молоток-то у нас один. Бери, потом понесешь. Нас, а? Уважишь? Куда уважишь? Отойди от него. Дядя, раз ты пришлый, отвяжись от него, кому говорю. Отойди. Значит, пастор... Да не слушай ты его, дядя. Отойди, сказал. А то мы тебя арестуем. Дядя, кого арестуем? Иди отсюда. Да, отойди а от него. Ты, а может ты беглый государев преступник? Кто преступник? А ну-ка паспорт покажи. А? Какой паспорт тебе? Да бей его, дядя, бей. Ушлепка такого. Служил у писаря, теперь барин из себя строит. Его уже видел. Ну ты, дядь, да, молодец. Это не ты мне? Кто ты выбил? Я бы не сдержался. Вставай. Завтра вобьешь. Что ж уже, и крикнуть нельзя. С молоду прорежка, а к старости дыра. Сначала крикнешь, потом ударишь, а потом и убьешь. Вон, видишь, в жучку-то попал, бок лежит. Знавал я, Петр, одного такого. Ох и скор был на шум, на гнев. С кем не встретится, обязательно в стычку вступит. И что? Друзей потерял, врагов нажил. Молодую жену любил, да не верил ей. Руку на нее поднимал. Бросил он все. И пошел бродить по миру. И чего же он пошел по миру бродить? А кто ж его знает? От себя хотел убежать. Совесть гнала. Понимал, что Божью заповедь приступает. А сдержать себя не мог. И что ж с ним стало? А жизнь у него была всякая. И бродяжничал. И кузнецом был. И плоты по рекам сплавлял. В пьяной драке убил человека и сидел зато во строге. Изведавши все,
стал молить Господа о прощении. Стал просить дать ему силу смирить себя, чтобы жить с людьми в добре. Доброго здоровья. Угощайтесь, девчата. Не ходи за Федора, слышишь? Сватов пришлют, отошли. За кого ж не идти? За тебя, что ли? Ты ж драться будешь. Угощайте, дяденька. Ягода сладкая. Как поедешь, Петруша, ой, да как поедешь, Петруша, за краснодевицей, за краснодевицей, подадут тебе, ой, да подадут тебе первую чару вина, ой, да первую чару вина, выли да выли ее, коню копыта, а вторую носита, а нам кланяйся, кланяйся, нам девицам кланяйся, кланяйся, кланяйся. Приходи к вечеру на качели. Петя! А? Пойди ко мне. Выдерни гвоздь. Зачем? Ну как, гневался, забивал. Теперь сдержался, достань. О! Ну, а теперь лезь на крышу. Доску править будем. Криво пошла. Да я же уже два раза проверял. Ну и что? Ремесло за плечами не виснет. А всякую работу на совесть делать надо. Так что давай. Лезь. Петь. Достали еще один. Здравствуй, Полюшка. С миром принимаем. Садитесь с нами. Прости меня, Поля. Сколько годов думал, как я в дом войду, увижу тебя. Признаешь ли? Признала сразу, как у церкви стояли. Сердце зашлось. Многие бы к тебе упасть. Сына на тебя бросил. Не нашел я ничего. А крест этот серебряный мне один купец подарил за то, что я его из Урала реки спас. Наказал я тебя, Колюшка. И себя наказал.
Прости. Молилась за вас. И я за вас молиться буду. Прощай. Ну вот и все. А это как же? Так и останется? Да пусть остается. Видишь, вот причинишь человеку зло, словом ли, делом, пусть даже и прощения потом не раз попросишь, вроде как гвоздь выдернешь. Вот шрамы эти, как дыры, в душе навсегда остаются. Вот помни об этом. А лучше, как подкатит к горлу, зови ко Христу. Господи, помилуй меня грешного. Ну, прощай. Комар у тебя. Постой, отец! Можно я с тобой? Нет, Петь. Скоро ты решать, как я бывала. Хотя... у матери спроси. Благословит, если я в усадьбе часовню строить буду. Ну, прощай.